Нанес маску для редукторов для проверки. Я засунул в бытовку. И -20, -25 было. Смазка в камень не превратилась, но, конечно, она стала достаточно твердой. Все-таки на всякий случай мы ее перемешаем с обычным маслом. Сначала смешиваем смазку, та, которая у нас замерзла на улице, и та, которая до -35 замерзать не должна. Сейчас мы уже добавили смазку для редукторов, предварительно ее нагрев 50 мл, и добавляем порядка 100 мл. По риске можно посмотреть обычного масла, которое не замерзает. Дальше все это дело перемешиваем. Как вы видите, получили такую вот жидкую субстанцию, масло для редуктора, которое осталось только залить в редуктор нашего снегоуборщика. А если вам интересно обзор вот таких газовых обогревателей, смотрите видео из подсказки. Также я там расскажу про решение основных проблем. Для того, чтобы запрессовать получившуюся смазку в редуктор снегоуборщика, будем использовать вот такой вот пистолет специализированный. Откручиваем от него бачок, который будем наливать. Дальше опускаем, наливаем туда получившуюся нашу смазку, точнее смесь смазок. Ну, как я уже сказал, на улице -20, поэтому сначала мы все-таки редуктор прогреем. Подождем немного эффекта. У редуктора есть специальный клапан для заправки. Надеваем на него ответную часть пистолета и начинаем опрессовывать маску. Ну, вот, наверное, и все. После чего снимаем наш пистолет. Все, что мы с вами развели, находится уже в редукторе. Вот так в нормальном режиме должно выглядеть работа снегоуборщика.